22 сентября в Каспийске состоялась церемония открытия штаб-квартиры местного отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». Началось мероприятие с выноса государственных флагов России, Дагестана и знамени «Движение первых», а также с приветственного слова главы города Бориса Гонцова. 22 сентября 2023 года войдет в историю города Каспийска. Сегодня мы открываем эту замечательную штаб-квартиру «Движение первых», где вы, уважаемые детишки, уважаемые школьники, будете искать себя в том числе в этой жизни. И очень приятно, что в детском саду детишки вот на нас тоже там смотрят. Это наше будущее поколение, которое вольется в ряды движения первых и пополнит нас. Я всех вас поздравляю. Всего вам доброго, крепкого. Вы наше будущее. Вместе мы все с вами победим и сделаем нашу страну самой крепкой, какая она сейчас есть. А вы продолжите этот путь. С праздником вас. Всего самого хорошего. Поздравить ребят с этим торжественным событием прибыли замминистра образования и науки Дагестана Гаджимурат Магомедов, помощник главы республики, председатель Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного РДДМ Людмила Саидова, дети, наставники и многие другие. На протяжении всего времени город Каспийск, вы были лучшими представителями детских организаций. У вас была одна из мощнейших организаций в республике Дагестан. И при такой поддержке, которую вам оказывается в лице вашего главы города Бориса Ивановича, я уверена, что вы эту планку не насколько не снизите, а только будете повышать. Содействие в подготовке помещения оказал меценат Закария Алимурзаев. Он поздравил детей с открытием штаб-квартиры, а также подарил подарок. Помимо этого, финансовую помощь и поддержку предоставил и представитель строительной компании «Ситистрой Холдик» Имам Габибулаев. Огромное спасибо нашим добрым людям, которые помогли вот создать эту штаб-квартиру. Это Закария Алимурзаевич и Имам Тофикович. Поэтому давайте дружно им скажем спасибо! Да. Спасибо! Далее присутствующие отправились в штаб-квартиру, где ознакомились с молодежным направлением. Прекрасным завершением праздника стал флешмоб в исполнении участников движения. Напомним, что с 17 по 21 декабря в Москве проходил первый съезд РДДМ, в рамках которого делегаты из 89 субъектов страны определили название движения и 12 приоритетных направлений деятельности, а также 11 общих ценностей организации.